Привет, это канал I Like Pet, я Таня, а это пес Макс. В этом выпуске мы вместе с ним покажем, как обучить собаку команде «Голос». Знание команды «Голос» необходимо любой собаке. Начинать обучать лающего друга этой команде можно, как только ему исполнится полгода. Однако это совсем не значит, что взрослую собаку обучить этой команде невозможно. Навык подавать голос по команде можно привить любому лающему питомцу. Главное — следовать нескольким правилам. Итак, представляем вам пошаговую инструкцию, как обучить собаку команде «Голос». Прежде всего, вам необходимо зафиксировать положение собаки. Наденьте поводок на питомца, затем пристегните или привяжите его к чему-нибудь. Также можно положить поводок на землю и наступить на него. Благодаря такому маневру ваш питомец не сможет прыгать или вставать на задние лапы во время обучения. Это очень важный момент. Без фиксации положения собака не сможет усвоить суть упражнения. После дайте собаке понюхать лакомство, затем поднимите его над головой животного и поводите им из стороны в сторону. Питомец должен заинтересоваться лакомством. Теперь, когда вы привлекли внимание собаки, скомандуйте голос. Питомец, привлеченный ароматом лакомства, захочет поймать его и съесть. Но так как его положение зафиксировано поводком, он не сможет допрыгнуть до лакомства. В такой ситуации возбужденная собака, как правило, начинает лаять. А это как раз то, что от нее требуется. Макс, голос. Как только собака подаст голос, похвалите ее, дайте питомцу лакомство и погладьте его. Повторите упражнение 3-4 раза, сделайте небольшой перерыв и затем повторите тренировку снова. Спустя несколько повторений собака поймет, что от нее требуется. Теперь ваша команда «Голос» будет ассоциироваться у животного с лаем. Ну что ж, Макс команде «Голос» обучен. Попробуйте и вы по нашей видеоинструкции обучить свою собаку команде «Голос». О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был iLike.pet. До новых видео!